Уважаемые жители и гости Северского района, в первую очередь я хочу поздравить вас с Международным днем защиты детей и обратиться к родителям. Уважаемые родители, обучайте детей безопасному поведению в транспортной среде. Покажите своим примером соблюдение правил дорожного движения. От водителей, в свою очередь, требуется проявлять повышенное внимание при управлении транспортным средством, особенно вблизи общеобразовательных учреждений, детских развивающих центров и во дворах. Дети не должны гибнуть и получать травмы на дорогах нашего района. Давайте вместе будем помнить об этом. Безопасность детей на дорогах – наша общая задача.